Клиенты, заказавшие и оплатившие внедорожники Lada Niva Travel, не могут забрать свои машины из дилерских центров. Причина тому – жесткий запрет на выдачу товарных внедорожников, разосланный всем дилерам марки Lada. В итоге на складах сейчас томятся 2700 автомобилей, а в Тольятти создана специальная комиссия, чтобы обнаружить таинственную неисправность, из-за которой сгорели уже несколько новеньких Нив. К счастью, производитель вовремя узнал об инцидентах, поэтому решить проблему удалось достаточно оперативно. Как выяснилось, при сборке машин была нарушена технология установки плюсового провода стартера. Соответственно, в ближайшее время официальным дилерам предстоит устранить ошибки сборщиков, после чего тревелы можно будет выдавать клиентам. Зато новость со знаком «плюс» — появление черной версии тревела. Такая Нива имеет темные корпуса зеркал, расширители колесных арок, а также вставки на бамперах. В салоне — оригинальная обивка сидений, черный потолок и штатные текстильные коврики. На этом перечень особенностей версии Black завершен. Цена 937 тысяч рублей, то есть прибавка относительно версии Comfort, из которой сделана новинка, составит 36 тысяч. 13 мая на Смоленском кольце стартует новый сезон российской серии кольцевых гонок. А сейчас на Сочи автодроме проходят учебно-тренировочные сборы лицензированных пилотов Российской автомобильной федерации. И команда Lada Sport Rosneft привезла на сборы рестайлинговую Весту в гоночном исполнении TCR, разумеется. Правда, машина плотно заклеена камуфляжем, поэтому рассмотреть детали почти невозможно. Премьера же гражданской Весты тоже должна состояться в мае. По нашей информации, вазовцы заняты сейчас доводкой электрической части. Кстати о Весте. Стратегия марки Renault под названием Renaulution, представленная годом ранее, твердо требовала от марки Lada до 2025 года перевести все свои модели на платформы альянса Renault-Nissan. Из этого можно было сделать однозначный вывод. После этой даты выпуск нынешней Весты будет прекращен, что косвенно подтверждали сами вазовцы. Однако вскоре сменили риторику, дескать, модель может и должна жить дольше. И вот, как сообщает портал Drom, решение продлить жизнь семейства принято. Веста будет выпускаться до 2028 года включительно.